Больше 1000 саженцев и деревьев высадили в Талдыкургане, а по области ЖТСУ более 6000. В регионе проходит экологическая акция «Таза Казахстан». А в областном центре до конца сезона планируют озеленить новые микрорайоны. Кроме того, очищают трубы, водостоки и арыки. По словам специалистов, с начала акции по области вывезено более 3000 тонн мусора. Все зеленее и зеленее становится наш город. По-моему, он даже сейчас один из красивейших городов Казахстана, наш Талдыкурган. Мы любим его и мы рады, что мы делаем благо для процветания нашего города. Мы планируем по области высадить 115 тысяч деревьев. Вместе с тем будет полностью очищена арочная сеть и обновлены фасады зданий.